Всем привет! В этом видео я расскажу, в какие игры любит играть Амстаф. И те, кто только планирует заводить такую собаку, будете знать, какие игрушки покупать и вообще, как занять собаку. И на что вы подписываетесь, потому что вот сейчас у меня собака старенькая, я с ней уже не играю. Но когда она была молодая, то я с ней активно играл. И расскажу, начну я с самых таких, ну скажем, крутых игрушек и дорогих, которые понравятся, ну мне кажется, любой собаке. Моя собака была в восторге, когда я первый раз купил, хотя я его, правда, покупал один раз, потому что игрушка дорогая, и что-то как бы у меня были мысли ее купить еще раз, но так руки и не дошли. И что это за игрушка? Это пуллер. Пуллер я покупал именно самый большой. Собаке очень понравилось, то есть можно его кидать, можно вешать на дерево. И что меня удивило, то есть было это очень давно, и игрушка эта стоила там около 1000 рублей. Или 1900, короче, либо 1000 с чем-то, чуть-чуть там, либо в районе 1000 я ее там взял по скидке. Ну что, вот я переживал, что я сейчас возьму игрушку, и типа она разлетится. Ребят, игрушка, ну и девчат тогда уж, игрушка эта очень крепкая, вот что меня удивило, то есть я вешал ее на дерево, то есть я ее реально пытался уничтожить, ну то есть дать собаке ее уничтожить, то есть я подвешивал ее на дерево, короче, игрушка выдержала, по крайней мере, мою собаку выдержала, и какое-то время я ей играл, даже, по-моему, ну когда она сломалась, я ее выкинул, то есть когда разорвалась, но игрушка, то есть дорогая, но это стоит того, хотя бы разочек собаке купить и дать попробовать. Ну и пуллер — это такой круг. У кого нет собаки, это такой круг. Сделан он из какого-то материала, я не знаю. Но такой материал, который... Не знаю, как вам объяснить. То есть это надо в руках пощупать и понять. То есть собака его прокусывает. Похож чем-то на пенопласт, но не пенопласт. То есть игрушка крепкая, в общем. Это первая игрушка. Вторая игрушка, это тоже покупал я один раз. Есть они разные. Это тарелка для фрисби, летающая. То есть есть из пластика, а есть вот тоже материал, как у пуллера чем-то похож. То есть это... У меня и видео есть на канале. Я играл с Амстафом, можете поискать. То есть эта игрушка меня тоже порадовала. То есть получил я эмоции приятные от игры с собакой, этой игрушкой. То есть ее кидаешь, и она... Собака ее ловит. То есть игрушка тоже клевая. Дальше, какие игрушки? Это мячи. Но мячи какие? Допустим, моей собаке нравится теннисный мяч. Но теннисный мяч долго не держится. А у некоторых собак может вообще игры не получиться, она его просто разжует. Но у меня какое-то время они держались, но потом я их перестал покупать. Потому что они быстро приходили в негодность. И из мячей я пробовал теннисные мячи и резиновые. Резиновые я быстро перестал покупать, потому что резиновые мячи вообще быстро портились и рвались. Она их разгрызала. Теннисные вроде чуть подольше держались, но также это деньги на ветер. То есть ты как бы отдаешь там 100 рублей или там, ну, 120, я уж не помню. Ну, можно и дешевле купить, но это все ненадолго. И в итоге я начал покупать мячи из ткани. То есть мячи из ткани. Ну и, конечно же, еще одна любимая игра – это игра
палочка, обычная палочка из леса. То есть, кажется, обычная палочка, да? Ну, то есть, мяч лучше, но вот тут непонятно, что лучше. То есть, моя собака от палочек, ну, если можно так сказать, фанатеет, не знаю, подойдет сюда это слово или нет, но ей очень нравится, вот. То есть, в палочку, сейчас я с ней не играю, потому что у нее лапы больные, то есть, мы с ней просто гуляем. Если она сама бегает, то... Ну, бегает, сама ей там играется. То есть кидать уже я не кидаю, потому что если покидать палочку, появляется хромота. То есть кто-то утверждает, что там грызть палочки не рекомендуется. Вот я тоже сталкивался с таким мнением, портятся зубы. Не знаю, мне вообще кажется, что у меня собака грызет палочки, и честно, ребят, ничего у нее не портится. То есть у нее есть, да, там есть зубной камень, и то, мне кажется, как раз-таки она и грызет палочки, чтобы сгрызть зубной камень. Но никаких сломанных зубов у моей собаки нету. Там вот она грызет там коренными. Вроде все нормально. Давайте сейчас. Что она там? Где твои зубы? Где твои зубы, блин? Вон там зубки виднеются, вон. Фокусируйся. Ну, короче, ладно, не буду к ней лезть. Короче, грызла на палке, ей практически 9 лет, все. Зубы хотел показать. Грызла на палке, все время грызет на улице. Зубы целые, никаких сколотых нет. Треска, дай покажу. Не видно тут темно. Короче, нормально там все. Ладно, не буду я отвлекаться. Неудобно показывать. Короче, нет никаких сломанных зубов. Когда все говорят, что типа вот они там что-то портятся. Ну, не знаю, у моей собаки не портятся. То есть палки она сама грызет. И раньше, когда была помоложе, никогда не отказывалась побегать за палочкой. Но если, конечно, каждый день ее мотать, то, наверное, да, тогда она ей поднадоедает. А так, если делать перерывы, еще какие игрушки я, ну, моей собаке нравятся, я покупаю. Ну, не сказать, что она прям от них в восторге, но не прочь поиграть. Почему я их? Это канаты. Разные канатики, канатик, там, мячик на канатике. То есть она от канатов не в восторге, то есть играть в перетяжки она особо не любит, но когда игрушка новая, она может поиграть. То есть я их покупаю из-за крепости. И мяч я покупаю веревочный, то есть такой, короче, веревочный. Вот. Ну и хотел бы еще зубы показать вам все-таки, раз уж начал. Не знаю, видно вам или нет. Ну-ка, фокусируйся. Слушайте, ну ладно, не буду, короче, что-то сейчас. Короче, все там нормально с зубами. Сколько она грызет веток целыми днями. И ничего. Только вот нижние клыки. Нижние клыки. Чуть-чуть кончики обломились. Чуть-чуть. Но это не от палок. То есть, это не от палок. Это она висела на колесе. Но они как обломились чуть-чуть. Вы сами могли наблюдать. То есть, краешек. То есть, острие чуть-чуть. То есть, и все. Так что палки играть... Моя собака играет, все нормально. В общем-то, ну и какие игрушки я не покупаю? Я купил только игрушку резиновую, по-моему, косточку, когда она щенком была, и она быстро поломалась. То есть эта игрушка быстро поломалась. То есть, короче, я вам перечислил те игрушки, которые
Допустим, тарелка для фрисби, понятное дело, это только кидать ее, и собака ее ловит. Но здесь я перечислил вам игрушки крепкие, и если не крепкие, то, допустим, вот эта тарелка фрисби, то это интересная игра. Так что потратиться стоит на эту игрушку, я, по-моему, потратил в районе 600 рублей. Понятное дело, она ушаталась быстро, порвалась, но эта игрушка действительно порадовала меня. То есть приятно провел время с собакой. Играть интересно. То есть ее кидаешь, собака подпрыгивает, ловит, она там летит. Вот. Ну и покупать бы я не рекомендовал бы покупать это какие-то там мячики резиновые, просто пищалки всякие. Но вы можете это попробовать, может ваша собака, ну у вашей собаки они будут держаться долго и все будет в порядке, но как бы я считаю, что это деньги на ветер, то есть ты купил, собаку быстро слишком уничтожила и ничего хорошего, то есть вот. На этом у меня все. Всем пока.